Республиканский субботник призначены у Беларуси на 16 красавика. У Могилевской области парадок наводить почали загадя. Сидоровский сельсовет у Могилевском районе организовал мясцовых жихаров на уборку стежки здоровья и места отпочинку – лясный привал. Поблизу агрогородка. Пока работники лесной господарки и приватных сидоровицких пилорам справляются с поваленными мощными ветрами древами, школьники прибирают смети. Убираем тропу здоровья. Как хорошее дело. Мы всегда за, всегда мы в любую погоду, в непогоду, мы всегда готовы прийти на помощь. Если что, обращайтесь. Сидоровичский УПК всегда придет вам на помощь. Сидоровицкие школьники лечат, что простей не кидать смети, и тогда усим будет лепей. И меньше працы, а людям больше приемно отпочивать у леси. Такой высновой кировались и у Сидоровицким сельсовете. Так как все люди здесь любят отдыхать и заниматься какими-то видами спорта, типа скандинавская ходьба, и дети любят отдыхать, то, конечно же, кто ее должен убрать? Только сообща. На сельский субботник вышли и робили толокуи. Работники мясцовых предприемств, приватных и державных установ, мясцовые жихары. Усе лечат, что робить одну и вельми потребную справу. Это есть единение, это есть единство. Вот наши деревни, например. Здесь и музыканты, и учителя, и дети все заряжены под одно. Единое дело сделать. До толоки, до речи, с добрым настроем долучились и сидоровицкие пенсионеры. Что было частей, культурнее было у нас. И нам возьмется. Да, и нам, а то что мы там засидимся, пенсионеры? Не засиделись, а ни у яким разе. А попрацовавши, радовали и веселили удельников субботника песнями. У вынику субботника чистые и утульные, лясны привал и стежка здоровья. Поблизу сидоровичев чакают усих, кто любит отпочинок на свежем поветре. Илона Иванова, Виталий Алексеенко, новини региона.